К 20-летию независимости государственными наградами отмечены представители Народно-демократической партии «Нур-Отан». Торжественная церемония по их вручению состоялась сегодня в центральном аппарате партии. Ордена Хурмета удостоили секретарь Нур-Отана Кайрат Сатыбалдыулы, руководитель центрального аппарата Кумар Аксакалов, председатель комитета партийного контроля Буран Рахимбеков, руководитель пресс-службы партии Жанар Бекбанова, генеральный директор ТО «Нурмедиа» Кайсар Джанаханов, председатель Актюбинского областного филиала Балгали Урдабаев. И сегодня заряд сотрудников центрального аппарата и областных филиалов партии получили медали «Еренин», «Ембегушин» и почетные грамоты Республики Казахстан. За 20 лет независимости Казахстан добился больших успехов, вошел в число динамично развивающихся демократических стран мира с высоким уровнем благосостояния населения. И в этом есть весомый вклад каждого. Эти награды – высокая оценка деятельности партии президента нашей страны, лидером Нур-Отана Нурсултаном Назарбаевым, отметил первый заместитель председателя партии Нурлан Нигматуллин, вручая ордена и медали. Я очень благодарна президенту Нурсултану Абишевичу Назарбаеву, что он отметил мой труд. Всегда кажется, что кто-то делает больше, чем ты, кто-то более достоин. И когда отмечают такую высокую награду, это очень приятно. Тем более в год 20-летия независимости, когда вся страна отмечает такой большой светлый праздник.